На лыжню вышли учащиеся, их родители и учителя. Любители здорового образа жизни участвовали в смешанной эстафете. Мужчины и женщины бежали 8 этапов по 500 метров. После прошел массовый забег на 2,5 километра. Призеров в личном зачете отметили грамотами. А лучшие команды получили еще и съедобные призы. Добавлю, подобные соревнования проводятся в Югорске не первый год. В их основе лежат шефские отношения. Так, бывшие выпускники образовательного учреждения, работая на курирующем предприятии, продолжают принимать участие в жизни лицея. Для того, чтобы размяться самим и размять учителей. А то они сидят, понимаешь ли, за партами, слабо двигаются. Так. А так чаще будут выходить на лыжню, совместными мероприятиями показывать личным примером участие своим ученикам. Здоровый образ жизни – это здорово. И спорт двигает, является двигателем. Поэтому еще раз подтверждаем пословицу «В здоровом теле здоровый дух».